Islama.ru. Достоверно об исламе. Всех вас приветствую. Ассаламу алейкум рахматулла, мира и божественной милости всем нам. Мы с вами прошли через месяц Рамадан. И тем более те, кто участвовал вместе со мной, с нашей командой в забеге «Триллионерный Рамадан», они поняли фактически, если каждый день делали конкретные шаги, конкретно своим целям, то поняли, сколь велика благодатность и баракатность Рамадана во всех отношениях. И таравихи, и наши цели и задачи, и наши взаимоотношения, и наша воспитанность, и наша толерантность, деликатность, и жесткая дисциплина. Но жизнь продолжается. И дай Бог каждому из нас, биауни ляхи ва кувати, с божественного то благословения, этот ритм хотя бы средний ежедневного движения к целям и задачам земного характера и вечного, ежедневные самоотдачи, ежедневные дисциплины, ежедневного роста интеллектуального, духовного и физического каждый день в контексте тех высоких целей, которые в итоге превратят нашу жизнь в череду шедевров. Так вот, жизнь продолжается. И впереди у нас до следующего Рамазана, когда люди говорят, вот следующий Рамазан, когда, вот чего-то ждем. Каждый день нужно ждать делами. В поте лица, напрягаясь до боли, уставая, утомляясь, восстанавливаясь и опять в забеге. И тогда, как в хадисе, один бедуин у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, спросил, «Ман хайру нас?» – «Кто лучший из людей?» Пророк ответил, «Ман таля умруху?» – «Тот, у кого была длинная жизнь, ва хасуна амалю» – «И хорошие, благостные дела». То есть он наполнил жизнь благими делами. Рамазан поднимает во всех отношениях на новые уровни. Но с этих уровней падать вниз – нет. И духовно, и интеллектуально, и физически. Каждый день, но в контексте наших задач. Иногда в поте лица, но иногда я отдыхаю на прекрасном побережье, но все равно думаю, задумываюсь и моля Всевышнего о целях и задачах. Ведь жизнь быстротечна. Пусть даже это будут 80 или 100 лет. Каждый день на вес золота. Так не упустить же нам эти дни, а наполнить их благими делами. Вальхамду лилляхи раббиль аламин.